Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии нипочем. За Артема! Ну за кого нам пить-то? За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. За тебя, Артем. Давай, Темка, за тебя. Нормально так накидывают. Блин, ты что, правда непробиваемый для аномалий? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно, надо проверить. Фига себе. За удачу и за Артем. За тебя. Давай. Спиртяжка, что надо. Ух. Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мне не попасть. Такая скука торчать в этих трущобах. Ну и, собственно, здравствуйте, дамы и господа. Короче, с вами Серега. Мы продолжаем играть в метро 2033. Продолжаем проходить. И добрались мы тут до очередного пункта. Остался на ногах. Погибну, видно, этот тоннель на него не подействовал. Так что он отстреливался, дрался как лев. Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. А я тоже выпью за такого прекрасного пацана. Ну у него, смотри, дробовички, автоматы, все такое классное. Явно лучше, чем у меня. Че тут? О, оружейное. Пошли заглянем. Здравствуйте. Налетай, разбирай. Фига, у тебя прикид. Ну, давай. Здорово. Тюнинг. Вот эту хрень я вообще не понял, поэтому ее надо продать, мне кажется. Продать ублюдок за 16 патронов. Да. Продаем. И, наверное, это тоже мы продаем. Нафиг был не нужен. Так, тюнинг. Давай посмотрим. О, тут уже ништяки всякие, смотри. Прицелы, понятно. Всякие удлиненные стволы, глушители. Но у меня глушитель-то стоит уже. А это что такое? О! Цевьё плюс приклад. Превращает пистолет в короткоствольный карабин, значительно уменьшая отдачу при выстреле, увеличивая точность огня. Ну... 40 стоит. Наверное, нет. Подумаешь. У тебя что есть? Дополнительная первая помощь. Дополнительная. Гранаты, метательные ножи. Ноги можешь ими брить. Аптечки. Помогает от всего. Подумаешь. Не. Нужны патроны? Тебе ко мне. Это для дробовика. Это для револьвера, наверное, да? А это для автомата? Ну-ка, покажи, что есть. О, не, подожди, продавать не хочу. Но я продал. 123. Нифига себе. За одну монетку. Ну, в смысле, вот за эту хрень. Сорок четыре. Нормально. Пойдет. Благодарим за покупку. Все, счастливо, мужики. Я пока с револьвером побегаю. Потому что вы мне предлагаете всякое говно, если честно. А почему закрыто? У нас коммунизм тут или где? О. Ага, демоны. Все позакрывали. Тир есть. Классно. Что там? Крутяк! Вы правда Рига. Прямо на дрезине сюда приехали? Ты тут это, осторожно. Вау!
Я бы тоже хотел на ней покататься. Я Артём. Тебя тут ищет один человек. Патрончик, вот там, в проулке. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Похоже, мне пора. Запахло поркой. Пошел отсюда. Ну, как хочешь, ищи сам тогда. Дяденька плохой, дяденька жлоб. Слышь, пацан, исчезни. Жадина. Исчезни, сказал. Жадина. Самое страшное со мной на Севастопольской случилось. Я даже и до станции-то на самом деле не дошел. Как испугался, что бежал оттуда со всех сил до самого конца. Господи Иисусе. Кольца. Чего испугался? Работай иди, блин. И другие люди, которые со мной тогда были, тоже все спасибо. Они-то в Бога не верили, а вот он их там не оставил. Не помог мне. Они запнулись, как палы упали, а я сам был слишком напуган. Не вернулся. Ну, смотри. Нужно-то всего было поискать чуть-чуть, и все, и пулик можно насобирать самостоятельно. Вот еще. Круто. Так, куда это я? Куда-то я залез, наверное, туда, куда не особо нужно было, правильно? Никаких тут ништяков нету. Во. Не зря пришел. Ящик по-любому двигается как-то. Оружие достать не могу. Ну, чтобы разбить его, например. Ладно. Наверняка потом сюда как-нибудь придем. Так, пацан сказал... Толчки такие, кошмар. Пацан сказал... Переулки где-то. Ух. Все, я понял. Кто-то лампочку свистнул. Нифига они там грибов выращивают, смотри. Классно. Это что такое? Ага. А я прыгать не могу, прикинь. Отстой. Дяденька говорит, жлоб. Подойди-ка. Ты Артём, да? Садись. Ну ты мне тут не приказывай. Давай, поболтаем. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход, местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче... Помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Готов. Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Это точно. Эй, патроны. 15 патронов авансом. Пацанчик говорит. Бурбон. Пошли.
Бурбон. А он сейчас по-любому сможет отодвинуть ту штуку, да? Смотри, я ключик нашел и открыл сейф. Ключик висел, да? Блин, надо еще ключики искать. Наверняка такие нычки будут попадаться. Искусство живет вечно, да? Че ты сказал, да? Давай, пихай. Да сильно-то не отодвигай. Погнали. Угу. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону, подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. Но если будем друг друга прикрывать, все путем будет. Чусов! А, это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Кошмар. Давай, давай, я тебя прикрываю. Пульками при... Вот шлем же, смотри. Можно же взять, одеть. Я не знаю, я подел. Потому что тут не до... Не до моральных угрызений совести. Тут как бы жить хочется. Ша, ты здесь потише. Во втором туннеле блокпост, и нам незачем на него выходить. Сейчас, погоди, гляну. Гранатка, патронки. Нифига себе. Фух. Ты тварь. Ух, патронов на него только потратил. Еще где-то топают. Да вашу шмашу-то, ну! Скотина. Я, наверное, зря сюда лезу, да? Че это? О! Какую-то дурь машину нашел. Стреляет какими-то шариками. А я. Это что было? Это что было? Какого хрена? Во втором туннеле блокпост, и нам незачем на него выходить. Ой, не то. Давай, я прям уже прям все знаю. Тише, тише будь. С этими разобрались. А, вон дырки-то. Вот эти, что ли? То есть я прям вообще слепой в дупель.
наступал вот эти вот в эти дырки, что ли? Нифига себе. Да, вот ямы, смотри. Я в них падал, оказывается. Тут все собрали, да? Так, в ямы не падаем. Чешем обратно. Так, что за пушка? Что там удерживаете? Ага. Нифига воздушка, да? Давление подкачал. Все, можно дуплить. Ладно. Погнали. Все, я готов, пошли. Там кровь с потолка хлещет. О, 7 патронов для револьвера. То, что доктор прописал. Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будь нас... А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Ну, работает. Смотри, не задень банки. Что за фигню такую подобрал? Ключик для... сейфа для какого-то. Ну, по логике, сейф должен быть где-то здесь, да? Так, смотрим под ноги, чтобы дырок опять этих не оказалось. И где сейф? Хоть. Не могу туда дальше запрыгнуть. Не вижу сейфов. Никаких. Ну, может быть, дальше будет. Все, давай, банки не задеваем. Да под ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Да, все нормально. Метательный ножик. Патроны. Опачки, а это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых ложных башен. Знаешь, что делать? Ну вот и прибарахлились. Нифига себе, что у меня полный комплект для револьвера. 54 патрона. Норм. Но здесь наверняка должен быть сейф, да? Где-то. Кто там брякает? Дверь закрыть. Сейф. Не вижу сейфа. Нет, не вижу. Ох ты ж! Да какого хера там происходит у тебя? Какого хрена? Ты тут живой, нет? Бурбон. Пошли, атакуем. Атакуем понемножку, полегоньку, потихоньку. Да кто там слепит, а? Чисто, проходим. Сейчас натянешь. Кто там еще орал? Кто там натягивает собрал?
тебя прижал, ты прижмешь, блин, у меня. Норм. Чисто? Этот в атаку пошел. Чисто там? Можно полутаться. Нифига себе, блин. Вот можно еще дробашек взять. И вот автомат этот, который ублюдок, да? Что у вас тут хорошего есть? Какие-то демоны, блин, здесь блокпост устроили. Ох, сколько всего. Прибарахлился. Ну, вроде чисто. Вот здесь еще один валялся. Ну, вот и сейф. Давай. Отлично. У нас для этой... Так, тут два патрона. Вот эту надо обновить. Угу. Интересно. О, подожди. Давление упало. Прикольно. Ну что, пошли что ли за мной? Или я за тобой? Тише. Тише, тише, тише. Да что ты мешаешь-то, ну мне? Да уйди ты, ну. Перекрываешь сектор стрельбы, тварь. Нифига себе, больно. Вроде чисто. Норм. Давай. Мост чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тепла. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там. Мне ещё жить охота. Не выделывайся там. Да я не выделываюсь. Вон аптека. Пять аптечек максимум. Кто это орёт? Нифига, он ловкий. 6 минут. Что-то противогаз, что ли, нашел? Или фильтр для противогаза? Так, ну-ка. Хоп. Я готов. Кто где? Вон они. Да. Тише, тише, тише. Ты прикрывать будешь, скотина? Я тоже меняю. Ты там прикрывай. Грязновато тут что-то у вас. Кто где? Да нифига себе, два патрона. Чувак, прикрывай.
оттуда пришли. Бурбон, ты где там? Есть что? Туда никак не залезть? Все, я понял, пошли. Это боевая дрезина Ганзы. Ищу братву. План. Бурбон. Все, теперь все ништяк, можно идти. Ты куда? Все, понял. Противогаз-то, наверное, снять можно. Он-то в противогазе. Ну и качели, мать его, бога душу. Полностью поддерживаю. Пистолетик-то хорош, прям вообще. Если хедшот раздавать прям с револьвера. Смотри-ка, этот порезче будет, да? Ну, типа, на этом только приклад желтеньким, а на моем. Смотри, еще цевьё какое-то есть. Ладно. Ну, две пульки такое себе. Надо бы побольше. Это обрушение тоннеля, мать его. И такая лестничка красивая рядом. Засада зубам. Ну и хрен бы с ним. За мной! Как там прикрутить новый фильтр? Тут запотевает что-то. Блин, долбанный бурбон куда-то вычесарил. Пошли.
как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошарь там по жмурам, может, найдешь чего, и двинем. Да, опять начинается оно. Фига, приходы. Эй! Артём, у меня что-то сердце ноет. Стрёмное это место. Помнишь нашу голову? Меня прям назад тащит. Ну давай, давай! Хорошее решение. Всё, собираю. Всё лутаю. Я вернусь и покрашу тебя красочкой. Смажу мою девочку. Врата открываются. Великие темные врата. Ты, у тебя все в порядке, нет? Эй! Я не хочу туда. Давай. Что это за хрень со мной была? Артём, ты слышал это? Фух. Ну и песни. Слаще Владимирского централа. Но страшно. Валим. У чувака там ключик. Ой. Ключик из сейфа. Подожди, я не взял, что ли? Да ладно. Все упало. Классно. И чё? Как быть? Ну, придется дохнуть. Тут, конечно, вроде как бортик есть, но мне кажется, что он не считает. Нет, можно. Норм. Ух. Куда ведет дорога? Ну смотри, там всякие ништяки есть. Дай спрыгну, чувак. Хочу посмотреть, что там есть. Или мы туда придем? Ладно, пошли. Пока что. Придем, там уже какой-то рынок начинается. Ну вот и проспект Мира. Ты главное рта не раскрывай, папочка все сделает.
куда это я вывалился? Вон лестница. Противогаз типа полный, да? Все, валим. Ага. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Вы что, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Ублюдки, кого вы за собой притащили? Упыри! Семён, заводи дрезину. Спасем этих полутрупов. Артём, держись! Нам сегодня карта прет! Хорошая штука, слушай. Перезаряжаюсь, блядь! Меняю маршрут, сука! Нифига там. Хорош. Ну-ка покажите. Слушайся его. Эти ребята вообще юмора не понимают. Может быть, это обман змеи? Нет, это бурбон собственной персоны. А я вообще не надеялся, что увидимся. Семён, смотри, как давно пришел. Вот хрень. Мы вляпались, пацанчик. Эй, Михалыч, какая встреча, а я как раз к тебе лыжи вылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Рынок. А чё руки за голову? Забавная никогда фигня. Прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Убрать оружие! Кто такие? Выйти на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их. Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Не двигайся. Стоять, я с тобой разговариваю. Рот закрой. И ты закрой. Все нормально. Эти нормальный пулеметик такой. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами?
Следи за языком. Бля, мы вляпались по самые помидоры. На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они нам отработать дадут, ну там типа дерьмо раскрывают. Будем знаю, как теперь, но раньше там на сидениях обугленные человеческие тела лежали. И даже сидели. Просто ужасно. Через этот поезд очень трудно понять, что случилось-то. А ты не слышал? Странная история с ними была. Странная? Страшная. Сначала у них разведчики стали пропадать. Уходили в тоннели и не возвращались. У них, правда, салаги... Полутаться же надо. Но у них эти станции по сути затрудняются. Я вообще-то атеист, знаете. И во всякую мистическую чепуху не верю. Поэтому я тогда решил на крыс, на твари. Ну вот и сейф. Только у меня ключика нету. Подожди, а я же подобрал там с мужика этого ключик. Где я прыгал там. Ну ладно, я хоть буду знать, где здесь сейф находится. Может быть, здесь где-то ключик найдем. Или ключики только для своих локаций, ну, как бы. На Ганзу нам пути нет. Но зато... Слышишь, держи патроны. Пойди купи пару фильтров противогазу. Есть одна мыслишка. А я пойду перетру кое с кем. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Угу. Ну, давай, минут пять у тебя в общем есть. Сейчас кто-то слышит, ответьте. А вот ключик, смотри. Москва. Говорит Москва. Станция метро, проспект Мира. Ну-ка, пошли. Поймал я однажды экипаж танка, который чудом не ударил себя. Мы не перегоняли свои машины. О! Отлично. Сразу нашли, сразу потратили. Мне бы какой-нибудь оружейника бы найти. Начальник станции. Командир сейчас занят. Подойди позже. Хорошо. Может, самогонщику навернем, мальца? Я бы вот такой дробовик хотел. День машиниста мы уже отмечали два раза на этой неделе. Мой сын сегодня произнес первое слово. Поздравляю. Мама или папа? Ни то, ни другое. Он сказал, огонь. Вырастет будет солдатом, папа. Ну да, папа. Знаешь, с той ночи, когда кровососы напали на нас... Давай не все же в грязи со свиньями валяться. Прикупи себе красивой одежды, почувствуй себя гламурным. Будь святой. Прикупи себе одежды. Почувствуй себя звездой. Нифига, тут прям реально базар. Вдруг пожар. Все в панике, а у тебя огнетушитель. Раз, огонь погас. Тебе дают орден, и принцесса выходит за тебя замуж. Купишь? Что-то дороговато. Ну и ладно. Дороговато, конечно. Нет, я чем особо. Вы слышали? На проспекте Мира. Ты кто такая? Кто о чем базарит? Вот, оружейная, кстати. Нифига у вас тут аппарат. Мотодрезина. Класс. Тут пульки продают. О, давай. Тюнинг. А через день бывает, кто-нибудь наслушается про то, какой это замечательный туннель, пойдет в него... Может быть, эту штуку, правда, прикупить. И лазерный целеуказатель еще. О, нифига себе, оптику можно поставить. Обалдеть. Это что такое у нас? Тюнинг. Оптика X2. Лазерный целеуказатель. Не очень интересно. Ну-ка, давай нажмем обмен. Убойник. Тихарь. Бери, совсем немного осталось. А, это вот как у меня сейчас. Самодельная пневматическая винтовка. Практически бесшумная и точная. Револьвер. И ублюдок.
Вот, дробовик, смотри. Не пожалеешь. Вот этот можно обменять на... Вот этот, например, да? 38 патронов всего. Да, давай, тюнинг. И стреляешь. По рукам. Да. На этот ствол поставим. Снять? Нет, не хочу снимать. Да, мне кажется, на него прицел не нужен. Все равно в упор фигарить. Единственное, вот лазерный целеуказатель поставлю, чтобы, если что, прям с бедра херачить. Ну, даже не знаю. Пока так оставлю. Ну и все, и здесь, в принципе, норм. Так, здесь что у вас? Ножики, гранатки. По одной монетке продаются, обалдеть. Эти тоже по одной... Нет, я... Кошка довольна. Дай пять. В смысле, руку. А чё, чем больше покупаю, тем дороже, что ли? Простите, это не продается. Отличный курс. Ладно. Здесь что у вас? 10 монет. Кир. О, у нас же теперь новый дробовик, смотри. Пойдет. Закрыто. Сбросить. Испытание. Один. Начать. А-а-а. Поехали. Как в GTA-шке, наверное. Сейчас какие-нибудь ништяки нам дадут. Забавно. А, сразу второй. Погнали, погнали. Я готов. Ну, пока не сложно. Ну. Они типа наступают на меня. Прикольно. Пострелять приходится. Испытание 5. Давай, запускай. Одним промазал. Опять одним промазал. Да чтоб тебя вторым. Но.
Ну, целится что-то они как-то не сразу. Сколько тут уже? Шестое, последнее? Давай. Я готов. Запускай. Это что такое? Прикольно, мишени такие щитами закрыты. Блин, промазал. Нифига себе, бронированные бошки. Да какого хрена, ну? Нет. Это заглючившая какая-то мишень. О. 45. Ну, норм, норм, норм. Постреляли, классно. Ну, в принципе, неплохо. И прибарахлились, и с дробашика теперь сможем пострелять, да? И у нас такая штука есть. Надо бы патрончиков для револьвера еще прикупить. Где у вас тут патроны? Сталкеры говорят, рекомендации лучших специалистов. Русские звезды, когда поднимаешься наверх. Они заговоренные звезды эти. Гипнотизируют или что-то вроде того. Посмотришь раз, и все. Глаз нет. Для автомата можно продать смело. Пока не нужны. Так, пока будем бегать, найдем, да? Ну, в принципе, все, ребят. Я думаю, что на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующих видео. А с вами был Серега. Всем счастливо, всем пока.